В числе первых измерить свое давление пришел Асан Санаев. Мужчина в Центральном парке – постоянный гость. Состоит в клубе и играет здесь в шахматы. Узнав, что сюда приехала выездная поликлиника, Асан решил показаться врачам. Да, мы каждый день здесь. Жалоб пока нет. Раньше цельно вообще. Вчера чуть-чуть голова заболела. Я думал, ниже стало, что ли. Поэтому там сидели, говорили, врачи пришли, к вам обращаемся. На прием к медикам здесь выстроилась целая очередь. В выездной мини-поликлинике сегодня принимает кардиолог и врач общей практики. Специалисты утверждают, контролируя свое артериальное давление, люди смогут управлять и своим здоровьем. Норма артериального давления – понятие довольно расплывчатое, ведь давление индивидуальное и меняется с возрастом, а также зависит от состояния здоровья и даже образа жизни. Это важный показатель того, насколько здоров организм. Принимают в передвижные поликлиники и психолог-нарколог. Она рассказывает, что по статистике в Казахстане более 25 тысяч человек курят сигареты. Табак употребляют как взрослые, так и подростки. Избавиться от пагубной привычки нелегко, но сделать это необходимо, говорят врачи. Человек может получить помощь, консультацию психиатра-нарколога. С этой целью у нас в Центре психического здоровья имеется кабинет антитабачной пропаганды. Эффективность психотерапии и фармакотерапии, можно сказать, это 70-80%. Но, конечно, у человека тоже должно быть желание бросить курить. После основной части программы специалисты провели в парке небольшую разминку. Правда, приняли в ней участие всего пара человек. Остальные не смогли оторваться от игры в шахматы. Анастасия Новикова, Эльдар Жанусканов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отрар».